Прессу, прессу. На праве. Слушай, а если с тобой кто-то в пати будет, ты быстрее успеешь? Так. Честер, это ты был, да? Я правильно понял? Да, да, да. Давайте. Тебе прям сейчас? Не-не-не, в 10 часов, через час. Пропа, ладно. Хорошо. Через час ты еще и можешь отказать. Тёма, может попробуем сразу через 3 спора? Не, чего? Я не советую. Нет. Чё, нормально валится? Ну, нормально пока валится. Пул, пока пул не начался, я извиняюсь, можно скажу. Дима просил передать всем привет, сказать, что он, так сказать, никого не постарается. Не за... Это для всех, кто не знает. Дима уехал на заработки, там машинами занимается чем-то таким. Короче, как вернется, так вернется. Говорится, ДК не забыт, ничто не забыто. Вот. Всем привет и, так сказать, да. И хорошая жизнь. Знаем от него пароль, так что не очкуй. Все нормально. Я не очкую, мне саму предлагали. Там, кстати, Влад должен за него заходить. Волю урвать. А, Слава. Да. Сейчас релогаюсь. Давай. Да, в миле стоять можешь. Просто тогда ДПСа больше. Мы не теряем два сбегания. Дру, вынести честно на панель. Буду кричать, когда Иннер будет забивать. Ты не должен по мане садиться. Слава. А что, не агрится? Ничего себе. Нет, не агрится здесь. Прикольно. Че? Готов? Нет. На да, да, да. Сейчас же чекнул. Займите. На пол. Эва, никого нет. Ребят, РДДшники Ренжу набрали. Два РДД могут сразу в метках стоять. В черепе, в квадрате. Хилы под босса. Все 5. Все готовы, отчет на пул. На пул на медвое. Геру. 7-8 статус. Да я 9 держу. Можно тогда вопрос? Зачем ты, Геру, сейчас? Не хватает ДПС или? Да чего? О, он и без Гера отлично будет. Гер нужно не лово. Да, спокойно. Меньше слизни было. Танком одну, куда вы унесли одну? Где она? А одна в этот, из хилов один должен стоять в медизоне. Не очкую. Все хилы стоят в медизоне. Рейндж набрали. И подожмись. Рейнджу набираем, не забываем. Танк, не забываем тут хилить. У меня уже левый смысл попал. Мультик гимноман, да? Потом отдал. Выбирай. Сниму, что нет. Так. Не успею, не успею, не успею, не успею. Ладно. Так уже едка в ним прошла. В смысле, сейчас носить нету. Рэджу, набрали. Бьем босс.
Ну что, когда выдох значится. Сильно прошивать будешь, скажешь? Скажешь, БЗ дам. Каплю БЗ, если что. Да походи на. Его успеем добить, ну что-то так. Дал каплю. БЗ про себе. На себя кинул. Да я дал каплю. Не надо было. Каплю по-хорошему нужно отдавать на там слабый на 6-7, если жирный на 7-8 стаке. Ну, так не надо. Не другое. Это тут не отличается реально именно от Сируса, от Киркла. Очень. Тухло это вообще жесть. Тут по 30-40 тысяч идет в танка. Ну да. А че, как палом? Ты по мане садишься? Я просто хаста холи пал, я не там какой-то там годимый СПДшник. Так инта, ну у тебя 50 команы. Ну, я хаста, у меня, допустим, крит у меня сейчас в крите на холи пале. А 50... Ботинки ролим. То бишь я подбитый и сделанный под пятки. То бишь... Без ставки, ребят. Сует только сверху. Надо. Лапосос обмен. О, ты... Точнее, на эти так одна мешок не брал. Вот ты обычный интабот. Я не. Я интахастабот. Есть интахастабот, а есть инта СПД бот. Это, ну, что-то бред какой-то. Ну вы тоже не агрится, если подойти. Нет. Нет. А чё, палов поломали? Пояс. Тканевый, дух крит. Поликристы. Мейн спек. Офф спек. Поюзали этот-то? Кранчик не? Плохо. У тебя, смотри, делаешь просто три макроса. Дядь, не учи, пожалуйста, часа. Брат, поверь. Я знаю, что я делаю. Ну да. Я топ хулипал. Так, что, Гер будем ждать? Зачем? Не знаю, он говорит, что Хант 5 минут покурить собрался уйти. А, ну это он Хант, шутит. Который на замене. Гер, если. Че, на боте постоишь? Нет, я наследник. Она как бы тут... От них можешь не бегать, просто отворачивай трейды и стой на месте. Там есть... Они там не бьют. На 30%. Слышите, если Гера откатится, на этом боссе можно смело давать. До профа она откатится. И до совета. Просто заагрил, стоишь и все. И главное, пока таргет не выберет, не агрил. Иначе потом не пойдет. Чек на готовность. На пул также у медвея. Все готовы, отчет на пол. Войт, ну... Ой. Я просто бежал. Наступил ему на мизине. Я в мизине, кстати, только на правый. Думал, сдох. Напуливай на медвея, пожалуйста. Баблом скидываются эти секции? Не, нет. Скидывается, нет. Нет. Слизень появляется. Дал Ронесар. Сказал же на пул. Дал Ронесар. Скифон, подними турбойса. Кто там, Роми, где-то там. Турбой собак дали. Лили сорвет. Да у меня таунты на КД. Ну пускай ты чит. Да и чи пока. Забрал.
Лап. А, все, я понял, что. В чем проблема, я понял. Не включил? Да, да, я забыл, я вырубил, чтобы лимон нормально бил. Второй, большой. Дал шоту. Думаю, чтоб я и сорвал, это нонсенс. Честно, дай позадумал сальво. КД, братан. Дал. Я дал. Я дал. Слизень тебя сильно не продамажит, просто бей, он просто плюет. Если ты повернешь рейд, он может плюнуть в нас. Слизень, знаешь, сколько бьет? 6000. Я тебе о чем и говорю, ты можешь половину, просто... Половину блокирует. Я тебе о чем и говорю, можешь стоять просто на месте. Должны бить по 20-ке, Слизень. Да, да. Тихо, никому не говори об этом. Как не по 30-ке они должны бить? Он не бьет, вот смотри, нам 3, 5, 4, 7. Вы сейчас договоритесь, что их поломают. Гимноман, да? 40. Большой. Но они так и должны бить. Так, 4, следующий будет взрыв. Видишь, как интересная механика следует. Вот считаются не маленькие, а большие. 5 маленьких не дают взрыв. Дают только 5 больших. Может, и профа поломали? Нет, не профа. Печать убрать, этот спорчи не бьет два раза. Багная была. Теперь она бьет один раз. Реактивация. Большой. А, я думал, что у меня ДПС упал. Так, взрыв, отбежали. Отбежали взрыв. Не стенки, где разливается этот. Подбегаем обратно. Быстрее. Большой. Видишь, молоко бабу нажал и появился маленький. Поэтому лучше не жать. Да, не стоит, да, Ваня? Да-да-да, тут они надо. Скидываются, но слинюк маленький все равно выливается. Я бы здесь легко поехал. Это как из пола просто получается. На X1 лошая на танк. Да я жал бабл, потому что у меня руки уже пробилдены. Да я же нажал, да. Ну, короче, они здесь появляются, они не исчезают. Так что проще их делать меньше. Слава, давай на сову, да, идем на профу. Так, танка шею. Мейн спек. Лимон не надо? Мне надо, но... Если можно, сейчас не пылить. Если свой пойдет шею, я бы ее я закапал. Понял. Просто там она получит. Я ставлю. Так, пока. Ну, по местности я, как бы... Я ну да. Кожаные печи. Мейн спек. Лот, ловкость РПБ. Помидоринка ГЦ. Где ты там? Нашел. Так. 426. Башка кожаная, дух крит. Мейн спек. Кран не нажали? Это ГП. Это не сняли, а начислили. Начислили. Это, не забудь кран крутануть. Да, на профа идем. Этот, офф спек. Шлем не нужен никому. Это с какого босса? С этих двух. Заходите только, не заходите только, дверь закроется. Да не заходит. Так, Слав, я пала кикаю. А, да, да. Я ловну. Так, походу винта не зайдет. Шлем с какого босса? С этих сейчас.
с гнилого. А, ясно. Сейчас каждого босса. Все, 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 понял. Да вин, ты кинь там с твоей ПЗ босса, пускай. Ух. Так, сейчас, чтобы он не мешал, да. Так, все, свободен. Заходим. Заходим аккуратненько. А, чай, секунду. Оперативней давай. Заходим. За печеньками бегал. Печеньковая душа, да? А как же? Улучшился уже. Роми, блядь, 12 КДП. Красава, просто красава. А, да, забыл. Скринику я ДПС проставить потом. У нас общий ДПС 222 тысячи, вот только что было на гниломорне. Это просто лич и симка, это все. Ну, все нормально, я говорил неделю назад, что нужно стремиться к ДПСу 220+, потому что это проходной ДПС для стрелка 20. Да? 220. Сейчас будет ниже чуть-чуть, потому что Палу вышел. И зашла сова криворукая. Тухну было больше, потому что люди не перебегали. Отлично. Ну и гербов, да. Объясняйте тактику новеньким. Я подал одну секунду био. Сова — это хорошо, это инер, это бэр. Где-то примерно он сюда выплевывается. Так, стоит на РДД хилы. Стоите в трусах. Милишники, будете под квадратом. Этот, как его, сначала первую фазу бьем. Пока не в этот лужу не разольются, точнее, пока слизень не появится, будет босс бить этого стола. Потом переведу под колбу. Или сразу перевести. Соответственно, первая фаза. У босса три фазы. Соответственно, первая фаза длится 20%, остальная до 35%. Далее, на первой фазе он будет кидать лужи, служб моментально выходим. Локи, знаете, куда порталы ставить. Далее будет появляться под зеленой колбой зеленый слизень, под красной колбой красный слизень. Соответственно, в зеленого этот сразу играем все, потому что босс будет вот здесь в квадрате. Буду его подводить сюда. Служи, если что, выбегаем, рейндж там большой. Соответственно, цель, зеленый выбирает цель, рандомную цель, да, как его... Идет до нее, цель это не двигается. Соответственно, к ней надо будет подбежать, чтобы поделить дамаг. Когда слизень доходит, он бьет овер дофига. Чтобы поделить, надо просто сбежаться. Далее, от красного надо убегать. Отбегаете через мили-зону, пожалуйста. Через мили-зону, то есть РДДшники. Играете сразу, как появился, милишники. Выбрались цель, играете. Соответственно, РДД пробегаете, вот как сейчас пробегает звезда. Бегите вот так вот, через мили-зону старайтесь. Здесь понятно. По первой фазе это все. Соответственно, вторая фаза. Все то же самое будет, соответственно, лужи, будет слизни. Добавятся химические колбы, это для милишников, соответственно. Их не ловим, это дамаг, он по вам пройдет, и минус меткость, это минус ваш ДПС. Далее РДД, также милишники, также хилы, будут кидаться 3 пельмени, от этих пельменей вам надо отбежать. Соответственно, отбегайте, пожалуйста, кучно. 10, понятно. Далее до 35% доводим. Соответственно, этот как начинается третья фаза. Желательно перевести нам без слизни, если что, будем стопать. А, как его?
все остается, то есть пропадают слизни, слизней больше не будет, обама не будет, будет лужи, лужи их будет не выпить. Будем вести по часовой стрелке, по часовой, соответственно, знаете, как часовая идет, вот. Босса будем вести по часовой стрелке. Перед траекторией ведения танка, соответственно, РДДшники, вы не стоите, чтобы туда не плелась лужа. Как его? Будут также пельмени, также химические бомбы, и будут останутся лужи. Все. Слизни не будет. Надеюсь, понятно. Что еще кому-то? Да, у меня есть вопрос и совет. Значит, из моего опыта, исходя, 25 обычки на профи. Стопать смысла вообще нет. Ну, если красный, если успеет, ну, посмотрим. Там дело в том, что кукла, если ты, допустим, красный, да, ну, смысла стопать нет. Почему? Потому что теряешь ДПС. Если ДПС еще, ну, как бы, я не знаю, можно критически его потерять. Просто в прошлых рейдах, когда мы стопали, мы теряли ДПС, на второй фазе не хватало добить. Стопать смысла нет. Там посмотрим, поглядим, нормально. Ну, ты попробуй не стопать. Ну, я этот попробуем не стопать, ладно. Это фигня. Это еще момент один. Когда мы прошлого профа убивали, я посмотрел внимательно запись. У меня один последний слизень красный, он когда вылился, он сначала был дружественным. Поэтому, если вдруг слизень будет дружественным, я вам буду орать в дис, чтобы вы убегали со всех ног. Хорошо? Да, да, то конечно. Есть я плюнул потом, когда он прибежал на место РДД, и только потом смог замедлить. Изначально он был дружественный, так что еще я... Нет, Роме, пока что нет. Пока что нет. Надо отточить его так, что мы будем его убивать на 100%. Чек на готовность. Тот что-то не понял, спрашиваем. Косноязычие вешать на кого-то, прослушал? На всех слизней обязательно. Да, вешай. Вроде просто помогает. Вроде бы оно не помогает, мы вчера смотрели. Ну, по крайней мере, на красном. Дайте протоповарам. Рыба бы. Рыбу подал. СС на кого еще? Подожди, там СС по диванам будут. СС нужны будут. Да, так. У нас один ретрик, соответственно, наше молоко. Дашь по мне. По Честеру, задум, по Честеру клинит по наше молоко. Всем баф обновить, то есть смотрю, там кулаков кого-то, ДК нет кулака. Обновляем, давайте, фулл баф, рыбу кушаем. И начинаем, чек на готовность. На полном медвее. Лимон сразу вырываться? Потом. А? Сразу вырываться. Да, я думаю, да. Дайте горн. Клини, где твоя фласка, а? Я все вижу. Так, Роме, готов? Бафы все есть? Отлично, все готовы. Счет на пул. Ребят, перевожу. Зеленому забыл, говорю, откинул раз, мне этот, как его, не сбегаемся, пока не выберет цель. Это для милишников. Старайтесь держаться ближе к РДД, играем по зеленому быстрее. По хил рейда. РДДшники, как выйдете с этот с оглушения, сразу по красному. Сразу по красному. Что? Это еще откуда? Аро, готовься бежать.
Милишники, 3 секунды, готовимся, бомбу. Встаем обратно, не слакаем. О, химические бомбы сейчас подойду. Снова. По зеленому играем. По зеленому. Подмень. Молоса, подымя Рока. Пельмени, Рок. Лаская гадость. Про фаталити пишет, от чего вы умерли. Не ловим бомбы, аккуратно. Наше молоко, готовься бежать. А где прохил-то, алло? От красного отошли? Отъехал, побежал. Тыкай, тыкай, тыкай камень. Тыкай, нормально. Ты чё реснем? Раз, на убили, поправку играем. Пельмень. Томся, сейчас бомба будет. Пельмень поставлю. Так, успел? Бомба, аккуратно. По зеленому. А, там не хилы, блин, молоко на кову наступило в чате. И взорвался на эту кову. Так что это его косяк. Плевок-то будет? Я ж плюну. Пельмень. Бред какой-то. Может, ты попробовал плюнул? Нет, ради сокола я плюнул слив. Сейчас колба. Расслакал. Убегите. Готовимся по красному РДД, уже играем. Пельмень. Эй, Тю, готовься. Котяка, пельмень. По красному. Сейчас ускорится от прыги. Сейчас бомба будет. Аккуратно, бомба. Пельмень. Словил. По зеленому. По зеленому играем. Готовимся, колбы. РДД по красному. Готовься, наше молоко прохил. Он опять в колбы бежал, видел? Пельмень. Молоко завязано. Пехотка. По красному быстрее. Далеко убегаешь. Лужа. Сейчас мы уже. Все, переход. Наверное, сяду сейчас, хуку допью эти лужи, а то много их должно быть столько. Она успеешь? Успею. Вроде не будет ее. По-моему, не будет. Будет кукла. Сейчас потом дисполитику расскажу. Если будет, то будет отлично. Так, Геру дали. Не, на второй не дают ее выпить. Не дают. Нормально убьем. АТПС хватает.
Колба не ловим. Пельмень. Дори, аккуратно. Скифон, боит Дори быстрее. Перевожу. Ну надо выйти туда, вот где РБД. Захиливай. Где стою? Сальва дал. Ой, этот, жертву. Аккуратненько. Химические бомбы сейчас, готовьтесь. Наше молоко, давай. Прохил до Дыгдымыча. Давай этот, по мне диван. Быстрей, 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 быстрей. Дима, вам дать? Потом. Так. Давайте, где он? Бафы сними, парочку бафов. Вижу. Все вижу. Пельмень. Готовимся, колбы готовимся. И скажешь, когда БЗ дать? Каплю БЗ. Забирай. Убрал. Иван, не нужен? Я думаю, так. Не, не нужен, не нужен. Нормально, добьем. Блять, поймал. 3%. Быстрее. Ревос не сработал, ребят. Я могу еще сделать. Блин. Резали там народ. У меня ничего не выйдет. Печень, паладин, раз уже я чернокнижник. Кто там? Лок клинит первый. Клинит, обмен. А, путаюсь уже. Сейчас дам. Может, я поставлю все-таки этот рейд-ролл с оповещением. А, да, кстати, это был... У тебя есть аддон тут? Да. Вообще-то, да, не нужно и ПГП открывать каждый раз. Он после ролла сразу покажет перевод человека. Воин, охотник, шаман, печенька, ролим. Ага, все, ясно, можете не ролить. Как называется аддон этот? Рейд-ролл с ИПГП. Какой минус? Сейчас я найду его себе. Так-то аддон крутой. Трупное окоченение, пушка, меткость, скорость, РДДшники. Main spec. Ой. Ну. Так, кто там? Ро. Чё? А, не. Ребята, off spec. У него один минус. Такой. Main это... spec. Off spec. Да не надо никому. Да там с груля Геровского лучше, похуй. Минус один, он начинает спамить сильно, когда много ролит. Mm-hmm. И не показывает привязанный, когда персонаж, он просто пишет ноль перевод. Тём, я отойду, бью. Давай. Чё, давайте быстрее к совету. Чё там тебе? Давайте, короче, Лану я ещё с вами, я... ой. Ну да Лану, а на Вальке, я думаю, что вы не справитесь. А я до Вальки приду как раз. Тебе что там до маршрутки, этот вещи, полчаса перед... Ну 10 минут, грубо говоря. Ну 10 минут. Ты можешь, если этот как его постараешь, ты можешь за 5 успеть. Танки пить сильно. Может, короче, нагрузить сумки. На кое-кого и подгонять её. Нормально. Ладно, шутки, шутки. А видишь, проф с первого трая. Нормально. Круто. А чё, я в этот, сразу... Это при том, что умирали... Да, да. Потом, что у нас умерли сколько, 3-4 молоко наступило, на колбу взорвался. Да, он... Это сова отъехал. Потом еще кто-то отъехал. Вот, это минус 3, грубо говоря, было. И мы все равно... Просто ДПС хватает, нормально. ДПС поднялся, очевидно же. Сторон не забрал две повторения. Тактика опять же. Тактика сейчас, вот видишь, ну под соблюдение нормально. Ну да. Сейчас, если будет хороший, то этот, во-первых, рейд, начнем все делать. Следующий шаг это распусывание людей без мака. Следующий шаг это не гонять танков на трэше. Алло, ну да.
Конечно, вот. Это Честер улетел. Ну, Честер убежал, походу. А я тут просто... Пробивание просто жесткое у него. Но пока я разролил, он танчил один. Двой, ты спекался? Ну вот он собрал кучу трэша, я его захилил. Вот так, под шары подержал и отъехал. Не, следующий шаг нужен Лича, чтобы убивали уже. Сколько может. Надо, чтобы надо, Личу надо. Пройти, надо синку убить. Ну, ничего. Проф, мы сколько травили? Извините, ребят, но убиваем теперь. Не знаю, дядь, мы к вам пришли. Первая целка, мы убили с пятого трая. А это второй целка, что мы с вами ходим, уже с первого трая убиваем. Витя. А, у меня там на ранее не было. Да. А, забыл. Я скинул. Боев, да? Да, да. Но, правда, зеленая, но ничего страшного. Да, успокойся ты с зеленкой-то. Бафы там подраздали. Много людей наложилось. Сейчас, погоди. Наше молоко, твоя луна. Черни трусы, пожалуйста, лимон. Текстуру ушел он. Наше молоко, твоя луна. Играем все по черепу. Контроль, ферей. Тактикам точность или фир? Фир по тактикам, ребят, фир. Отлично, по кресту играйте. Не того. Лимон там скинул. Раз, раз, раз. Угу. Два, два, два. Меня слышно? Раз, два, три. Да, да, да. Да. О, спасибо. Добрый охот. Обращайся. Пожалуйста. Во-во-во-во. Доливайте без метки, потом по луне играем. До встречи. Трусы контролем. Смотри, походу починили спам в чате, теперь после этого, после фаталити не банит, не мутит. Вот здесь. Он, расскажи Данану, как хилить шаманом на совете. На совете? Ну, он в чате интересует. Ну, смотри, есть холипал, он хилит два танка. Когда вихрь могущественный откидывает рейд, даешь цепухи, все. Ну, это понятно. И держу быстрину, чтобы на быструю цепь. Так и делаю, в принципе, но просто при этом сильно про... Тут если потом просто посмотреть ХПС, в принципе, ну, не ХПС, а в целом, сколько было нахилено, в таком наренах же просто стыдно. Ну, ты, ну, смотри, ты не смотри на ХПС. Нечего удивляться, это босс без периодического урона. Здесь герои. Ну, на агре я луну фернул. Если иди туда. Если в героике бегают люди, да, то они копят стаки. Сразу за каждый стак пока сурят. Давай, 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 здесь, здесь. Отлично. Этот, наше молоко, трусы, да, ферни. По черепу играем. По черепу, ребят. Гнев небес по КДП. Новая тактика. Я обычно череп позабрал. Урона не проходит по рейду, кроме могущественного вихря и шарика. По черепу. Трусы опять теряй. Ан, сел. Тём, ты там не отрубал, ограбил? Нет. Так а чё ты хотел-то? Это трэш. Смотри, Медвай, тут немножко по-другому нужно делать, он жестко. Берешь какого-нибудь ретрика и пристан вверху, они контролят двух мобов.
и все. У одного покаяние, у другого и повод. Минус два атака. Правило, они отваливаются. Ну то, что вы начали все, я не понимаю. У вас есть контроль в корне, вот. Контрольте. Побежали остальные. Что вы в небо встали, смотрите? Начинайте играть за свой класс. Раздал корни, раздал гнев, покаяние. Вы просто дохнете. Вы встали в небо, смотрите и дохнете. Так не делается. Ребята. Странный сервер вообще. Паладины. Здесь вот самый жесткий трэш, это перед леди и перед ланой. У Эрпала есть изгнание зла. Посмотрите у себя в Эрпале именно спелла изгнание Эрпал. Зла. Один Эрпал, два танка и ты четвертый. А. Ну я не могу изгнание, блядь, хилить и все такое. Дело в том, что еще изгнание оно сбрасывается, если на нем доты висят. Если дамаг проходит. Не знаю, тут оно работает мгновенно. Проходит? Тут не мгновенно не проходит. Mm-hmm. То есть тут надо дамаг внести. Для чего я эфиряю? У двух престов есть способность сковывания нежити. Вытаскиваете на панель, даете перед тем, как танки спулят по мобам, сковывание нежити. Целую минуту моб стоит. Через 50 секунд обновляется. Да, да. Покаяние у одного ретрика. Это три моба уже стоят. Я в джоках был, они сковывание нежити, шипешки постоянно. Еще больше и скажу. Да. Сова дает корни на 20 секунд. Три совы. Сковывание нежити, ребят, Войд, я понимаю, что оно пашет, но если будет близко рейд, соответственно, надо выходить. Так надо сделать так, чтобы он не близко был. Это же я о чем и говорю. Нет, нормально. Надо, чтобы он туда подбегал и этот... Как его контролил? Так кто-то если дело... не проконтролит, то тогда хреново. Ладно, нормально. Крист подбегает, мульти подбегает, Дори подбегает, контролит. Остальной трэш, который бежит, агрится, вы его ловите. Все, я не вижу проблем. О, это на базу. Роми. За ней идем. Аккуратно потащили Вальку. Да ничего. Так, давай сюда. Ну чё вы падаете все? Вальку садим. Ну так всё. А чё падать надо что? Ну так, да, прикинь, танка нету, и она шотает. Ну так там дали на 20-10. Я даже не могу развернуться к чуваку, который меня бьет лицом. Давай ее сразу убьем, чтобы он не мешал. По Вальке играем. Задум подбастовай, он тебя БР потратил. Леха. У тебя только исцеление. Чё, Димон? Угу. Угу. Ты про что? Достан опять, да? Подумай, да. Кто там? Клини, давай добегай. Задум, скотина, он тебя БР отдал. Блин, боишку пропустил. Рейсните, пожалуйста. Я зубы просто чистил. Зубы он чистил, разные показывают. Лео, обмен. И боешку сюда давай. Клини, да это ты с чего сейчас показал? Сомраченный верховный маг? Дай ассиста Войду, пожалуйста. Так попросили не фул инст, а профа. Этот... Медвей, дай ассиста Войду, пожалуйста. Да, уже поднимайся, тут нормально. Нормальные хилы вообще. Три Шаммер, Брух, или Палыча. Так, баф отдали там. Отлично. По черепу играем, тактику контролем. Отъехал, не встает. Да, встанет.
По череп играем. Поднимаемся. Дай проспектор. Нет. Не ставит. Проспектор, дай по себе. Привет. Ну все, по тактику идем играем. А это дайте кто-нибудь Дживса. Нет, это 10-1, чтоб на убить. Сейчас дам. На, ты там что? Да он где прыгает. Ну ты когда он прыгает, сразу там давай, потому что бывает срывается на некий момент что-то человек. Ну бегу сразу. Агри, я по контролю. Если меня сейчас стан не кинет. Стан кинуло. Да все равно близко, фир дайте сразу. Отлично. По черепу играем, потом без метки. Да он в корнях, блин, тонул. Так, я тебе об этом и говорю, корни тут на него не особо пропахивают, а на него паш нормально, только паловский фиг. Ну вот, что там, покаяние. Ну и больше покаяния, да. Он тоже выходит, если близко подойдет любой человек, не просто на него сразу же. Блин. Даже без урона? Даже без урона. И даже так же из изнали. А, это ж рога, по сути. Он цапает в любом состоянии. Да, в любом состоянии, вот видишь. Чуть-чуть срывает микромоменты. Вот шейт на шейперу сдох. Так. Че ты двоих подержишь? Одного? Давай. А? Я ты пожирнее, давай ты двоих подержишь. Как я не люблю. Так. Давай я двоих. Мне не сложно. Главное, чтобы напулили. Так, напулну тебя пойдет. Давай на двоих. Помидоренко напулишь Волонара на Дыгдымыча. И Тью на пульт Алдорама, пожалуйста. Если это так заберу. Ну так же по центру держи его, где этот Волонар и все. Там, если что, сместишься. Знаешь. Рыбу едим. Чек на готовность. Я пока не могу из. Так, ребят, то, что не допройдем сегодня, будем проходить завтра. Сразу говорю. Zoom готов? Сейчас, секунду. Я пока активирую их. Глупые смертные. Думали, сейчас, что погоди, пойди. Сан-Лейн, непобедимый... Они уже все. Да. Она спустится, да. И все, и начнется бой. Дайте протопа в армию, пристобав. Пристобав дали сразу. На пуле или на Дыгдымыча быренько. Следим за гро. Так, орхидея Берлила. Алдорама, не на меня напуливайте. Лё, забери. Ты сам. Вихрь рейндж. Набрали. По Волонару играем. Генетику. Волока. Не забываем. По Келесету точечно.
молоко аккуратнее. Кинетика падает на лестнице. По Талдораму играем. Ну аккуратнее, видишь. Пламя. Где летит? Да, пламя ничего. Пламя тут вообще ничего не делает. Не, оно дымает. Мастер прожал. Так оно ваншотает, по-моему, если рядом. Не-не-не, тут не ваншотает. Тут она сильно продамаживает, отхилить можно. Рейнджу набираем. Как и лисе тут точечно. Говно. Че, боятельно? Это говно. Ботфорты, перчатки, мешок. Нема катушки? Нема катушки. Нема. Так. Ой, цвекнись. Помощника тебе дал. Ботинки, мейн спек. Кольчужные ботинки без РПБ. Мейн спек, офф спек. По мойках он там это нет. Энхов нет. Энхов, да, нет. Перчатки, тканевые, скорость, дух. Мейн спек. Полипристер, да. Офф спек. У меня нет танка, потому что бой. Так что добейте мобов, меня грехи дальше. Башка кожаная, мейн спек с ловкостью, меткость крит. Мейн спек. Нет, только рогом. Офф спек. Да у него сет, скорее всего. Кто-то лут давно ничего не кому. Так. Там нету боешек, да, в этом? Нету. Ты откуда 60 кафтан? 61. Вольт. Ну, у меня больше. Этот самый мульти, твой квадрат, Дори. Ну тогда выводи их сюда, твой вот сюда, где я прыгаю. Давайте, выводи их сюда. Давайте, контрольте, которые побегут, мы заберем. Смотри, просто контролю. А он близко подошел просто. Да, он все равно будет даже в этом, в изгнании, в шаг бегать. Так, я пока макросу шел. Он в шаг. И короче, прыгает, они по текстуру убили. Все, видишь, он желтый текстуры. С другой стороны, вы убил демона. Лоб, точнее.
Дмитрием, по-моему, даже не успел контроль дать. Так, возможно, Рони ворвется. Меня только не ставь там. Рони, то еще то ворваться может так жестко. Итью. Может быть. Смотри по полному отчету. Средний ДПС, мульт 11, турбойс 11, 200, зидум 11, рок 10, молоко 10, 600, фудшейпер 11. Линит 9, элит 10, отъехал. Вот исходя из общего ДПС, убирать тех, кто укус. Да ну, я не этот, кто первый слоит укус. А тешно так лявни боя стали всех резко, кто упал. У нас 16 человек дают 10, остальные 8. Так. Хотя из этого кусать можно в первую очередь приспособить варов, магов, блоков, которые дам, потом всех остальных. С укусом получает ромик, но до этого он приспособит не мульти, а другому, который Дориан. Дориан, ДЦ. А ДЦ? Ну туда вот мульти пусть отдают дома. И так далее. Смотришь по рекамам, кто врывается. Второй, третий, четвертый. И они так и раскусывают. По идее, так должно делаться. Просто эти макросы, я не знаю, ты, во-первых, тратишь время, чтобы постоянно писать все это в хренотень. Люди должны сами.